У строителей Калининграда праздник. Сдан в эксплуатацию новый молочный комбинат. Первый секретарь областного комитета партии Николай Семенович Коновалов отметил особую значимость новостройки. Сооружение комбината – одно из мероприятий, предусмотренных планами развития нечерноземной зоны РСФСР. Первая рабочая неделя нового предприятия. Осваиваются поточные линии и высокопроизводительные автоматы. Решается ближайшая основная задача – выдать за одну рабочую смену до 200 тонн различных молочных изделий, причем больше 2/3 в расфасованном виде. Это тоже в интересах потребителя.